God, невозможно для ничего. It is impossible to do anything. Поэтому мы сейчас будем молиться вместе. So right now we're going to pray together. И просим благословения Божьего на это служение. And ask for God's blessing on this service. Это церемония ординации наш мой дорогой друг. Of this ceremony of the ordination of our dear friend. Поэтому давайте стоим вместе. So let's stand together. Дорогой Господь, Dear God, мы благодарим Тебя за этот день. We thank you for this day. Спасибо за Твою любовь к нам. Thank you for your love for us. Спасибо за Твою защиту. Thank you for your protection. Спасибо за Твое благословение. Thank you for your blessing. Мы просим Тебя сейчас во имя Иисуса. We ask you in the name of Jesus. Благослови нас во имя Иисуса. Bless us in the name of Jesus. Мы благодарим Тебя, Господь. We thank you, Lord. Все, что мы будем делать сегодня, Everything that we do today, на это место, in this place, прими славу и хвала. Let it be glory and praise to you. Спасибо, Иисус. Thank you, Jesus. Amen. Сейчас мы будем петь одну песню, которую все знают. Right now we're going to sing a song that everyone knows. И на английском, на русском и на английском. In English, in Russian, and English. Поэтому те, которые не знают русский язык. So if you don't know Russian. Но они могут петь на английском. You can still sing in English. Поэтому слава Богу. So praise God. Что сестра наша. And our sister. Елена и дочь, они будут вести это прославление и музыку. Спасибо, что вы пришли сегодня, Thank you for coming today, чтобы быть свидетелями to be witnesses одно из важнейших событий, in this very important event, которое бывает в человеческой жизни. That can, come about in a person's life. Вы знаете, когда мы рожаем, никто не знает, только родители знают, когда мы родились, скажем, дату. You know, when we're born, only the parents know, can tell us when we were born and tell us the date. Второй день, который мы можем еще сказать, это день нашего свадьба. The other day is when we get married. Ну да, и третий день, который важен сегодня в нашей жизни. And the third day that's important in our life. Это день, когда мы отдаем обет Богу. Is when we give our promise to God. Поэтому слава Богу, что вы пришли. So thank you for coming. Я бы хотел чуть-чуть поделить Слово Божье, вот причем мы продолжим эту церемонию. I want to share a little bit of the Word of God before we continue Если у вас есть Библия, If you have a Bible, открывай со мной, пожалуйста,
Евангелие от Луки. Please open up with me to Luke chapter 15. Глава 15. Chapter 15. Стиха 4 по 7. Verses 4 through 7. Здесь написано такие слова. It's written here. Предположим, что у одного из вас есть 100 овец. What man among you, if he has 100 sheep? И он потерял одно из них. And has lost one of them. Разве он не оставит 99 и откроет местность и преследует за заблудшие овцы? Does not leave the 99 in the open pasture and go after the one which is lost until he finds it. Пока не найдет. Until he finds it. И дальше написано. And then it says. Когда находит. When he has found it. Радость вкладывает в себя на плечо. He lays it on his shoulders. И иди домой. And goes home. Окей, что я хочу сегодня обратить внимание наше. What I want to draw our attention to today. Заблудшие овцы. Is about this lost sheep. И как его пастор его нашел. And how the pastor finds it. Сегодня мы живем в такое время. Today we live in a time. Очень много овцы, которые уже заблуждали. There is a lot of sheep that have been lost. Которые нуждают помощь. Who are in need of help. Мы как пастыри сегодня. We as pastors today. Иногда мы фокусируем только на 99. Often we only focus on the 99. Но здесь написано. But here it says. Что пастор, который имеет 100 овец. That a pastor who has 100. Когда один потерялся. When one of them is lost. Он оставит 99. He will leave the 99. И пошел искать это одного. And will go seek out that one. Дорогие мои. My dear friends. Очень много людей сегодня. There are so many people today. Они похожи на заблудшие овцы, которые здесь написано. They are like that lost sheep. И они нуждают в нашей помощи. And they are in need of our help. Они нуждают в нашей поддержке. They are in need of our support. Они нуждают в нашей молитве. They are in need of our prayer. Последние 10 лет. In the last 10 years. Очень много людей ушли из церкви. There are a lot of people who have left the church. По разным причинам. For different reasons. Кто-то обижен на пастора. Somebody is offended by the pastor. Кто-то обижен на братьев. Somebody is offended by a brother. Кто-то вообще не вместе в системе церковной. Somebody just doesn't find a place in their system. Кто-то дьявол обманул. Somebody was deceived by the devil. Кто-то пошел не то деноминацию. Somebody left to a different denomination. Кто-то заблудил доктрине. Somebody got lost in doctrine. И многие люди сегодня. And many people today. Они потерялись. They got lost. И они не знают, что делать. And they don't know what to do. Некоторые ушли от Бога. Many have left God. Я больше не хочу быть христианином. I don't want to be a Christian anymore. Меня все это надоело. I'm tired of all of this. Мои ожидания уже не то. My expectations are different. И дьявол говорит, конечно. And the devil says, of course. Тебя Бог больше не нужен. You don't need God anymore. И где-то кого-то обманули. And some people were deceived. И дьявол говорит, and the devil says, смотри на этих христиан. Look at these Christians. Смотри на этот Бог. Look at this God. Он больше тебе не нужен. You don't need him anymore. И люди перестают верить в Бога. And people stop believing in God. И люди перестают молиться Бога. People stop praying to God. Но и они похожи на овцы, которые заблудились здесь, говорит. And they're like these sheep that we read about that got lost. Вы знаете? You know? Когда человек заблуждается, when a person gets lost, его страх начинается. They start to get afraid. Вы когда-нибудь заметили, когда ребенок теряется, допустим, мала Америка? Have you noticed that, for example, when a child gets lost? Что происходит с этим ребенком? What happens with that child? Где папа? Где мама? Where's mom? Where's dad? Хочет найти своих родителей. They want to find their parents. Мама тоже в панике. Mom is in a panic. Папа тоже в панике. Dad is in a panic. Где наш ребенка? Where's our child? Знаете? You know. Нехорошо для овцы. The sheep don't do well. Нехорошо для пастора тоже. The pastor doesn't do well. Потому что они оба проблемы. Because they're both in a problem. Родители, которые потеряли ребенка свои. A parent who has lost their child. Проблем тоже. They also have a problem. Поэтому, дорогие братья мои, so, my dear brothers, сестры мои, my sisters, у нас очень много заблудших овец сегодня. We have a lot of lost sheep today. Которые нам нужно их найти. And we need to find them. Которые нам нужно заботиться о них. We need to care for them. Потому что работу дьявола сегодня, because the job of the devil today, чтобы затащить много людей в его царство. Is to pull people into his kingdom. Но работу нашу сегодня, but our job today, найти такие заблудшие овцы, is to find those lost sheep, и привлечь в дом отца. And bring them to the Father's house. Поэтому я очень рад сегодня, so I'm very happy today, что мы хотим с вами, that we want to, делать такую работу. Вы посмотрите, что здесь написано. Look at what it says here. Написано, когда он находится, это овцы заблудшие. It says that when that sheep is found,
Что происходит? What happens? Радуйся. There's rejoicing. Радуйся. There's rejoicing. А говорят, что он позвал друзей свои, знакомые свои. He's gonna call his friends together. Посмотри, что я нашел заблудшие овцы. Look at what happened. I found my lost sheep. Я могу свидетельствовать реально. I can witness that. Я знаю много людей. I know a lot of people. Которые из какой-то причины. But for whatever reason. Дьявол обманул. The devil deceived them. И они ушли за пути вечности. And they left that path to eternity. Пути, который Иисус являет сегодня. Which is Jesus. Они подавали нам многие вещи, которые, например, религии. They used the excuse of religion. Оправдали какие-то. Some sort of justification. Кто-то в депрессию попал. Somebody got depressed. Кто-то отчаянно попал. Somebody is in distress. Бог меня не слушает. God doesn't hear me. Бог, я тебя больше не нужен. God, you don't need me anymore. Это то, что дьявол говорит. This is what the devil says. Но Бог говорит другое. But God says something different. Я люблю тебя. I love you. Я люблю тебя. I love you. Посмотри, вот этот человек, который имеет 100 овец. Look at this person who had 100. Он любит свои овцы, поэтому он пошел искать. He loves his sheep, that's why he went out to seek it. Любовь, которую мы видим здесь, that we see here, нам необходима. Is necessary for us. Часто люди говорят, often people say, а у меня 99. I have 99. Поэтому я не беспокоюсь одного, который пропал. So I'm not worried about the one. Я хочу сказать сегодня, but I want to tell you today, одного, который пропал, that one that's lost, очень важен. Is very important. Так же 99, которые есть. As much as the 99. Yes, yes. Одного, который мы потеряли, the one that we lost, очень важно, is very important. Как? Такие же 99. Just as important as the 99. Я слышал многие пастора, некоторые говорят. I've heard many pastors say. Но он ушел из церкви, она ушла, но Бог с ним. They left the church, God is with them. Это их проблема. It's their problem. Это наша проблема. It's our problem. That's right. Это наша проблема, дорогие. It is our problem. Потому что этого человека здесь написано. Because it says here. Он не смотрит, что у него 99. This person, this shepherd didn't look that he had 99. Он хороший пастор. He's a good shepherd. Он принял решение. He made a decision. Даже если у меня 99. Even though I have the 99. Я пойду и найти последний. I will go and seek out this. И наша задача с вами как пастора служителя, верю сегодня. And our job, I believe, as pastors and as ministers. Делать все, что зависит от нас. Is to do everything we possibly can. Чтобы меньше людей. That fewer people. Вошли в аду. Would go to hell. И больше людей, and that more people, шли в Царство Божие, would go into the kingdom of God. Это работа наша. This is our job. Поэтому пусть Бог благословит вас. And so may God bless you. Мы не будем долго сегодня. We're not going to stay here long today. И я просто хочу напоминать вот эти слова. And I just want to remind you with these words. Библия написана. It says in the Bible. Я нашел свою заблудшую овцу. It says I have found my sheep which was lost. Я нашел. I have found. Нашел ли ты? Свою овцу, которая пропала. I found that sheep that was lost. Нашел ли ты или я овцу, которая пропала сегодня? Have we found the sheep that was lost? Они рядом с нами. They're next to us. Mm-hmm. Они рядом с нами. They are next to us. И они ждут нас. And they're waiting for us. Они нуждают нашу помощь. They are in need of our help. Поэтому церковь сегодня, and so the church today, братья и мои сестры сегодня, my brothers and sisters today, необходимо для нас, it's necessary for us, понять одну вещь, to understand one thing, то овцы, которые заблудились, that the sheep that are lost, нужна помощь. They are in need of help. Люди вокруг тебя сегодня, the people around you today, которые в одиноке, that are alone, которые разлятывают Боги, who are disappointed in God, которые в депрессии, that are depressed, они настолько в депрессии, они приходят к решению самоубийства. Sometimes they're in such deep depression they come to the decision of они нуждают твою молитву. They are in need of your prayer. Они нуждают твою поддержку. They're in need of your support. Поэтому, дорогие мои возлюбленные, and so my dear beloved, работу, которую Бог дал нам сегодня, the job that God gave us today, это хорошая работа. It's a good job. И написано, когда он нашел, it says that when he found, он позвал все другие, he called his friends and neighbors и together, возрадовался. And they all rejoiced. Я хочу буквально одно свидетельство. I just want to share one testimony. Я не скажу имя человека. I won't say the name of the person. Но где-то 7 лет назад, but about 7 years ago, один человек подошел, его жена подошла ко мне. This person's wife came to me. И сказала, помоги, мой муж, он собирает покончить с собой.
She said, "Help, my husband will take his own life." И я спрашиваю. And I asked her. Ну я же не его пастор. I'm not his pastor. Он ходит в Grace Church и Димпруи, большая церковь. He goes to a different church, a big church. Я говорю, почему они не обратились к пастору? Why won't they go to the pastor there? И она дала много различных причин. And she gave me a lot of reasons. И Бог мне сказал. And God told me. Я тебя не призывал, Козм. God told me I didn't call you. Помочь те люди, которые идут в твою церковь. To just help the people that go to your church. Помоги этого человека. Help this person. И я ему звонил. And so I called him. Я говорю, что случилось, дорогой мой друг? And I said, dear friend, what happened? Он говорит, я все. He said, I'm done. Эта жизнь все мне надоело. I'm tired of this life. Он был миллионер. He was a millionaire. Потерял все, что у него есть. He lost everything he had. И он сказал. And he said. Зачем мне нужен такой Бог? Why do I need this kind of God? И дьявол говорит, конечно. And the devil said, of course. Бог тебе не нужен. You don't need God. Убей себя. Take your own life. Это решение. This is the decision. Это ложь дьявола. This is the lie. Что я хочу сказать? What do I want to say? Бог мне сказал, проведи время с ним. God said, spend time with him. Я ему звонил. And I called him. Вы знаете место, где называется кафе Кариба, да? You know, there's a place called Caribou Cafe. Это хорошее место для молитвы. Это место, которое Бог использовал. This is a place that God used. И три месяца. And for three months. Каждый день. Every day. 7 утра. At 7 a.m. Я с ним встречал. I met him. Мы молились. We prayed. Он меня спрашивает. He asked me. Зачем ты взял за меня? Why are you here with me? Зачем ты молишься со мной? Why are you praying with me? Говорю, Бог тебя любит. And I told him, God loves you. Бог тебя любит. God loves you. Дьявол тебя обманул. The devil deceived you. Но сегодняшний день. But today. Этот человек, он себя не убил. This person did not take his own life. Он живой. He's alive. Он радуется Господу. He is a rejoicing. Поэтому, дорогие мои возлюбленные. And so, my dear beloved. Пасторское служение. Pastorship, this ministry. Это не только внутри церкви. It's not just inside the church. Это вокруг также. It's around us as well. Поэтому я благодарю Бога. And so I'm thankful to God. Недавно его жена звонит. Recently his wife called me. Говорит, пастор Козм. And she says, Pastor. Спасибо. Thank you. Я уже забыл. I had already forgotten about this. Но она не забыла. But she did not forget. Но спасибо за вашу молитву. She said, thank you for your prayer. Я не вдова сегодня. I'm not a widow today. Потому что кто-то стоит пролом за моего мужа. Because somebody stood up for my husband. И молился за моего мужа. And prayed for him. Четверо детей. Она. They have 4 children. Они все сегодня. They are all here today. Увидят, что Бог сделал, они радуются. All seeing what God has done. Поэтому я хочу напомнить. And so I want to remind you. Заблудшие овцы. That the lost sheep. Нуждают твоей помощи. Are in need of your help. Нуждают моей помощи. They're in need of my help. Неважно. It doesn't matter. Какой церковь они Which ходят. Church they go to. Важно. It's important. Что мы с ними. That we are with them. И дьявол проиграл. And that the devil lost. Пусть Бог благословит вас. May God bless you. Почему все это я говорю сегодня? Why did I say all of this today? Чему все это? What is this all for? Потому что сегодня. Because today. Мы хотим с вами. We want to together. Ординируя один важный человек. Ordinate an important person. На пасторское служение. For this ministry of pastorship. Поэтому я говорю сегодня, And so I say today, что все, что Бог делает через нас, that everything that God does through us, это благословение. It's a blessing. Поэтому я верю сегодня, And so I believe today, что мы с вами that we, мы будем свидетельствовать одно из важнейших служений, как можно сказать. We're gonna witness one of these most important ministry moments. Ординируя пастор Владимир, я хочу, чтобы он вышел сейчас, этот человек, который... Ordinating Pastor Vladimir. И вот этот товарищ, я его знаю 7-й год. I have known him for 7 years now. Первый раз, когда мы познакомились, the first time we met, есть такой ресторан Applebee's. There's a place called Applebee's. Там мы познакомились. That's where we met. Мы поговорили. We spoke. И много вещей мы обсуждали. We discussed a lot of things. Но сначала он вообще не хотел с нами встретиться. But at first he didn't want to meet me at all. Но когда с Козмом встретился, But when he met me, Бог начал менять его жизнь. God started to change his life. Господь открыл несколько вещей для меня в тот же самый день. And that same day God opened things for me as well. Что этот человек, That this person, будет мой партнер в молитве. This will be my partner in prayer. Господи, ты шутишь, что ли? I said, Lord, are you kidding me? Он говорит, нет. No, he said. Второй?
Он с тобой поедет в Африку на миссионерскую поездку. And secondly, he will go to Africa with you on this mission. Я говорю, Бог. And I said, God. Это какая-то игра. This is some kind of game. Третий. And thirdly, придет день, он будет вместе с тобой служить там и будет ординировать. There will come a day where he will minister with you and you will ordinate him. Когда эти откровения пришли ко мне? And when these revelations came to me. Я думаю, что не может быть такой. I thought this can't be true. И что интересно? And what's interesting? Три откровения. These three revelations. Две из них уже исполнены. Two of them have already come into fruition. Сегодня три. Today is the third. Мы стали партнером по молитве. We became partners in prayer. 4 года назад мы ездили в Африку на миссионерскую поездку. 4 years ago we went to Africa on a mission trip. И сегодня. And today. Это третье подтверждение того, что Бог говорит. This is the third revelation and third confirmation of what God said. Поэтому, дорогие. And so, my dear ones. Когда Бог говорит. When God speaks. Тогда и аминь. It's yes and amen. So сегодня день. And so today. Это хороший день для Владимира. It's a good day for Vladimir. Вы знаете, я с кем-то вчера разговаривал. I spoke with him yesterday. И я сказал. And I said. Надо беречь служителя. We have to protect our ministers. Потому что жатва готова. Because the harvest is ripe and ready. Но делать это очень мало. But there are so few workers. Нам нужно больше работников. We need more laborers. Больше пасторов. More pastors. Больше евангелистов. More evangelists. Больше апостолов. More apostles. Учителя. More teachers. Нам нужно больше людей. We need more people. Чем больше мы имеем служителей, the more ministers we have. Чем больше мы можем достигнуть результата хорошего. The more that we can reach a great Поэтому result. Сегодня. And so today. Это большая честь. It's a great honor. Для меня. For me. Увидеть, что Бог сделает абсолютно. To see what God is doing. Что то, что он мне сказал 7 лет назад. That what he told me 7 years ago. Все исполняет прямо на глаза. Today he is making it happen in front of my eyes. Поэтому я хочу. Чтобы он чуть-чуть, буквально минуту рассказал о себе, притом мы продолжим. So I want him to take a minute to tell a little bit about himself and then we'll continue. По-русски, и он будет. Меня зовут Владимир Михайлов, я родом из Грузии. My name is Vladimir Mikhailov and I am from Georgia. Georgia. Я родился в христианской семье. I was born in a Christian family. Баптистской семье. In a Baptist family. И если не тратить много времени на мою историю. And not wanting to spend too much time on my story. В 2001 году мы переехали в Америку. In 2001 we came to America. У нас был младший сын Илья, который здесь сегодня. We had our youngest son Илья, who is here today. И мы долгое время находились в одной баптистской церкви. And for a long time we were at this one Baptist church. Но пришло время кризиса. But a time of crisis came. Это был мой личный кризис. It was a personal crisis for me. Это был мой духовный кризис. It was a spiritual crisis. И, если честно, у меня было много претензий к Богу. And I had a lot of concerns to God. И в этот момент, я помню, когда я сидел у себя на драйвее. I remember that moment of me sitting in my driveway. И я плакал. And I was crying. И в этот момент я услышал 2 раза. And in that moment I heard twice. Я Бог, прорубающий тоннели. I am a God who breaks through tunnels. 2 раза. Twice. И для меня это было большое откровение, и буквально в течение этой же недели it was a great revelation for me, and just within that week, Бог позволил мне познакомиться с моим дорогим другом Козмом. In that week, God allowed me to meet my great friend Cosmo. Хотя я реально не искал этой встречи. Although I really wasn't seeking out this meeting. Он искал этой встречи больше, чем я. He was seeking it more than I. Потому что он познакомился с моей женой раньше, чем я. Because he met my wife before I met her. И каждый раз, когда она приходила, он говорил, где твой муж? And every time she came, he would ask, where's your husband? И в самый последний раз он прислал свою бизнес-карточку. And then the last time he sent along his business card. С от руки написанным телефоном большими цифрами. And on it was handwritten in big font his phone number. И
я подумал, ладно, встречусь с твоим Козмом. And I thought, okay, fine, I'll meet your friend. Просто узнать, что ему от меня надо. And I'll find out what he wants from me. И когда мы встретились, And when we met, он рассказал мне свою историю. He told me his story. Я поделился своей историей. I shared mine. И так завязалась дружба. And here our friendship started. И потом на глазах у меня дома, когда был Козм у меня дома, и мои родители были в гостях. And in front of my eyes, when Cosmo and my parents were at my house, я увидел, как Господь по молитве исцелил моего отца от грыжи. I saw in front of my eyes how through prayer God healed my father from a herniated disc. Кости моей мамы начали расти. How the bones of my mother started to grow. И для меня это было огромное откровение, что есть другое христианство. And for me this was a great revelation that there is a different kind of Christianity. И я хотел узнать того Бога, который творит чудеса у меня дома, и я об этом не знал. And I wanted to know this God who could do miracles in my house that I did not know about before. И Козм прав, он предложил, говорит, Господь мне дал откровение, что ты должен быть моим молитвенным партнером. And he, Cosmo is right, saying that God gave the revelation that we would be partners in prayer. И мы стали видеть чудеса, которые Господь творил по молитвам. And we started to see the miracles that God would do through our prayer. Мы видели много прорывов не только в наших семьях, в семьях других людей. We saw a lot of breakthroughs not just in our families, but in the families of other people. Наша дружба укреплялась, можно сказать, каждый день. Our friendship was growing stronger every day. И потом Господь мне дал откровение, что тебе нужно идти учиться. And then God gave me the revelation that you need to go and get educated. И я пошел в библейскую школу. I went to a Bible school. И спустя 2.5 года закончил ее. And after 2.5 years I finished that. И в это время мой брат всегда поддерживал меня, даже когда мне было трудно. And throughout that time my brother always supported me even when it was really tough. И мы вместе мечтали о новом служении, но мы не знали, в каком виде это будет. And we both had this dream of ministry together, but we didn't know what that would look like. Ну, в общем, то, что здесь, что мы здесь и сейчас, But the fact that we're here today right now, это результат того, что Господь привел его в мою жизнь. It is the result of God bringing him into my life. Мое мертвое христианство перестало для меня существовать. My dead Christianity stopped existing for me. Я узнал Бога, который здесь и сейчас, а не где-то далеко 2000 лет назад. I know the God who is here and now, and not just 2000 years ago. И я стал двигаться в этих чудесах, и я видел, что через мои молитвы, мои соприкосновения с людьми, люди получали и исцеление, и освобождение, и чудеса. And I started moving through these miracles and seeing how God did his miracles and broke through in their lives. Так что я благодарен Богу за то, что Господь делает вот эти встречи возможными. So I'm grateful to God that he makes these meetings possible. Я благодарен всем, кто здесь, потому что с кем-то из вас, с большинством из вас, я как-то соприкоснулся, как-то познакомился. I'm grateful for all of you who are here because for most of you we have some sort of connection. И здесь находятся те люди, которые действительно познакомились со мной, и не все равно, вам не все равно, что сегодня происходит здесь. And truly a lot of you it's meaningful for you to be here and because of that connection. Если у вас будут какие-то вопросы ко мне, может быть, после служения подойдите, я вам расскажу подробнее о себе. And so, if you have any questions about me, feel free to come up to me after the service. Потому что мне есть что рассказать о моем Боге. Happy to tell you more about my God. Слава Богу! Praise God! Слава Богу! Praise God! Настал важный момент сейчас. We're here at this important moment. Я буду ему задавать вопрос.
I will ask him a question. Он мне вчера сказал, что он боится, что это как экзамен. He said he was nervous because it would be like an exam. Говорю, нет, экзамен не будет. There's no exam today. Как вы один говорите? Школу закончил. Экзамен для меня это праздник. For me, an exam is this rejoicing, this celebration. Поэтому первый вопрос, который буду задавать. The first question I will ask. Верили ты Иисус Христа как своего Господа и ты принял его или нет? Да или нет? Несомненно. Do you believe in Jesus Christ and have you accepted him as your savior? Yes. Слава Богу. Второй вопрос. The second question. Который я буду задавать. Верили ты, что Бог тебя призывает быть пастором и вести пасторское служение? Да. Do you believe that God has called you into this ministry of being a pastor? Третий вопрос. The third question. Верите, что Новый Завет или Старый Завет является доктриной христианской для спасения человеческой? Да, от и до. Do you believe that the Old and New Testaments are the Word of God and the perfect doctrine of salvation? Mm-hmm. Yes. Последний вопрос. The last question. Готов ли ты? Are you ready? Проповедовать Слово Божие. To preach the Word of God. Искренне. Genuinely. И сохранить and to keep библейские доктрины to keep the biblical doctrine, и заботиться о овце Божьей. And to shepherd the flock of God. Да. Yes. Okay. Вы все слышали, как он сказал да. You all heard how he said Вы все yes. были свидетели того, что он ответил. You were all witnesses of what he answered. Поэтому and so, на основании его сегодняшней обещание based, или ответ based on his answers and his promise today, мы будем сегодня today we ординируем его как пастор we'll ordain him as a pastor, как на пасторское служение for the ministry of pastorship. Поэтому я хочу попросить все пастора, которые здесь and so I invite all the pastors who are выходите here, сейчас, пожалуйста, поможете, мы будем молиться за него to come out here and pray for him. Хорошо? Да, если хочешь. Все, кто пастора здесь, все, проходите сейчас. Если вы желаете вставать и протяните руки свои к нему и благословить, это не проблема. If you wish, you can stretch out your hands to bless him. Дорогой Господь. Dear Father. Я благодарю Тебя за это время. Thank you for this time. На основании Слова Божьего. And on a foundation of the Word of God. Мы приходим к Тебе сейчас. We come to you right now. Yes. На основании власти, которую дано мне. Yes. On the foundation of the authority that you have given me. Как пастор. As a pastor. Как епископ. As a bishop. Сейчас. Right now. Мы ординируем Владимир. We ordain Vladimir. На пасторское служение. To the ministry of being a pastor. Сегодня. Today. Воскресенье, 19 декабря. On this Sunday of December 19. Мы официально ординируем его как пастора. We officially ordain him as a pastor. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Мы благословляем его сейчас. We bless him right now. Мы просим Твое помазание на нем во имя Иисуса. We ask for your anointing on him in the name of Мы Jesus. Мы просим Твою защиту на нем во имя Иисуса. We ask for your protection on him in the name of Jesus. С этого времени, с этой минуты, from this time, from this minute, он официально назначен как пастор, he is now officially a pastor, чтобы служить, to serve, чтобы заботиться о твоей овце, to take care of your sheep, чтобы поддерживать их, to support them, чтобы любить их, to love them, во имя Иисуса. In the name of Jesus. Господь, мы благодарим Тебя. Lord, we thank you. Спасибо Тебе. Thank you, Lord. Спасибо за это время. Thank you for this time. Спасибо, что Ты его назначил, Господи. Thank you for appointing him. Мы благодарим Тебя, Господь. We are thankful to you, God. За это чудо сейчас. For this miracle right now. Будьте прославлены. Be glorified. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Amen. Amen. Спасибо, Господи. Ну что, дорогой. So, my dear friend. Мы тебя поздравляем. We congratulate you. Добро пожаловать в нашу конюшню. Welcome to our boat. Спасибо. Дорогие братья и сестры. Dear brothers and sisters. Сегодня. Today. Официально представляю вам. I officially introduced to you Vladimir Mikhailov.
pastor Vladimir Mikhailov. Слава Богу. Praise God. Мы еще не закончили. We're not quite done yet. Дело в том, что у нас для него есть подарок. We have a few presents for him. Первое, мы имеем возможность диплом его от Northwest University. Он получил магистра служения. First of all, he has a master's in ministry. Поздравляю. And we want to hand that to him. Слава Богу. Второе. And the second. Мы хотим тебе сказать спасибо. We want to say thank you. За этот официальный сертификат и лицензию. And give you this official certificate. Которую ты можешь использовать. That you can use. Ты можешь женить людей. You can, ты можешь проводить people, любое служение. You can serve and minister. Поздравляю. Congratulations. Ну что, слава Богу. Praise God. Дорогие мои возлюбленные, я очень рад, I'm very joyful, что вы присутствуете на этом прекрасном мероприятии. That you were here in this wonderful event. Поэтому те, кто будет потом, если вы желаете его приглашать на собрание, and so if you wish to invite him to a service, приглашайте. Invite him. Кстати, он хороший учитель библейский. He's a great biblical teacher. Да, поэтому слава Богу. So we give glory. Если вы хотите с ним фотографировать, потом вы можете сделать тоже. If you'd like, you can take a picture with him later. Вы можете потом с ним побольше познакомиться. You can get to know him more. Слава Богу. Praise God. Сейчас мы хотим завершить молитву одну. And so right now we will close in a prayer. А после молитвы? And after prayer. У нас будет общение. We'll have fellowship. У нас есть пицца для вас, кто любит пицца. We'll have food for those who У нас есть it. Чай, у нас есть много чего, которые мы хотим с вами поделиться. We have tea and treats that we want to share. Поэтому ну убегай домой сразу. And so don't run away, right? Хорошо. Я хочу попросить пастор Денис, наш старший пастор, который здесь служил более 16 лет в эту церковь. And I want to invite Pastor Dennis, who's been serving in this church for помолиться, заключительная молитва. To prayer, closing prayer. Okay. Спасибо. After prayer, she can pray. Our Heavenly Father, we thank you for this extraordinary yes. event. Yes. We understand that you much more than we yes. have a deep understanding of what has happened here today. Yes. So we thank you. We thank you for your presence. Amen. We thank you for your omnipresence. Yes. Hallelujah. Thank you for our brother Vladi. Yes. Thank you for saving him, leading him into not only a path of ministry, but a path of walking with you. Thank you, Lord, that brother Vladi is part of the church, yes. and your church is the perfect body of Christ. Yes. I pray that you bless him, strengthen him. We always ask, Lord, that you display your love as you always do. By providing for Vladi, his family, his ministry, for protecting Vladi from everything that might tend to be harmful. Yes. But his walk with you, I don't ask it to be easy. Yes. I just ask God that he stays with you and you stay with him. Yes. So nothing that comes upon us or comes at us can possibly separate us from the love of God. Lord, I pray that Vladi's strength, his commitment, his perseverance would be complete. We thank you, Lord, for Brother Kozelman, while he's ministered to this precious man. We thank you for the master's degree that you allowed him to earn. We thank you for the ordination certificate that he can now display. To show that he has found favor with an identifiable group of people. He has been acknowledged by some of your leaders as a pastor. May he always understand that while pastoring is hard work and it can be difficult, more than anything else, it is an honor to serve in your church. Yes. Bless this pastor and his pastoral work. Bless us today in all that we do. Any food, treats we have, I pray that you bless them. And we thank you once again for the privilege of being here. We pray in the name of your Son and our Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, before we finish, one song, she's going to pray, and then
gonna have fellowship. Okay? Mm-hmm. Yep. So praise God. Thank you, Jesus. It's a great prayer. Thank you so much. Ну что, дорогие мои возлюбленные братья, спасибо вам, что вы пришли. Да, и Cosmo Tosa International Ministry, хочу сказать вам спасибо. And from our Cosmo Tosa International Ministry, I want to say thank you. Пусть Бог благословит вас. May God bless you. Мы хотим, чтобы вы тоже получили благословение через пищу, которую мы имеем. We also wanted to receive blessing just from the food that we Если have. Вы хотите узнать больше о нашем служении, чем мы занимаемся. If you want to know more about our ministry, what we do. Или поддерживать это служение. Or to support our ministry. Вы можете зайти на наш веб-сайт cosmotosa.com. You can go to our website cosmotosa.com. И много информации там вы можете смотреть, вы можете видеть. See a lot of information there. Я хочу попросить, чтобы вы помолились за нас очень сильно. I just ask you to pray for us. Потому что у нас есть сейчас духовная война в Африке, где среди колдуны сейчас. We are leading a spiritual battle in Africa against witchcraft. Но Иисус сказал. But Jesus said. Где тьма, свет придет туда и все изменится. Where light comes into the darkness, everything is changed. Эти люди, они поклоняют богов, вуду, годами, веками. These people, they follow voodoo and worship their gods for years. Но слава Богу. But praise God. У нас уже есть сотни верующих, бывших поклонников вуду сейчас, которые славят Иисуса. That we have hundreds who have come and served God after being in voodoo for years. Поэтому слава Богу. So и помолиться, пожалуйста, также за мы планируем следующую поездку, миссионерскую поездку в следующем году. Also pray for the missions trip we are planning for next year. На, чтобы Господь благословил эту поездку, если это Его воля. That God will bless this trip if it is His will. Спасибо вам все. Thank you all. И последнее, что я хочу сказать. And the last thing I want to say. Каждый воскресенье в 2 часа мы собираемся, молимся. Every Sunday here at 2 p.m. we gather, we pray. Если у тебя есть какие-то заблудшие овцы или у кого-то есть какие-то проблемы. If you know some lost sheep or if you have problems. Если у кого-то есть, скажем, депрессия или что-то еще и нужно освобождение. If you
know someone who has depression or in need of liberation. Или духовные проблемы, физические, эмоциональные. Spiritual, emotional, physical problems. Мы здесь, чтобы помочь. We are here to help. Мы будем молиться. We'll pray. И Бог ответит. And God will answer. Потому что Илия был подобен нам. Пророк Илия. Because prophet Elijah. И он молился. He prayed. И Бог ответил. And God answered. У Илия не было две головы. He did not have two heads. Шесть ушей. Or six ears. Как? У нас тоже сами. We are human, just like you. Одна голова. One head. Две ушки. Two ears. Поэтому мы можем молиться. And so we can pray. И Бог отвечает. And God will answer. Поэтому пусть Бог благословит вас. So may God bless you. Вот это время, которое у нас есть сейчас для общения. And this time that we have for fellowship. Это будет прекрасно. Познакомимся друг с другом, пастора, которые здесь, и давайте познакомимся, приглашая друг друга на собрание, потому что приятно быть. It will be a wonderful opportunity to get to meet some of the pastors here and other people here, and it is wonderful to be in that kind of meeting. Спасибо вам, что вы пришли. Thank you for coming. Пусть Бог благословит вас. May God bless you.